зал. Сейчас здесь будут концерты, я очень люблю эту группу. Программа называется «Весеннее сказание о беседе». Концерт авторской сказки и стихи в атмосфере импровизационной музыки кельтской альфы, флейты, органа и перкуссии. Лилия Брандлер в сказке. Ее нету. Вместо нее Виталий Ковальчук, поэт харьковский. Очень хороший поэт. Анна Зелик. Тоже нету. А вместо нее Виталий Ковальчук. Он лучше. Фолк-группа Грайна. Елена Кафанова флейта. Константин Кафанов гитара. Светлана Силантьева флейта. Авторские сказки и стихи в атмосфере импровизационной музыки. Встречайте, пожалуйста. Добрый день, Анна Валя. Мы очень рады и очень любим этот фестиваль. Наверное, то, что осуществляется здесь, это настолько близко к тому, что осуществляем мы в нашей музыке, что не приехать, не поиграть, не организовать взаимодействие, ну просто невозможно. И сегодня мы сюрпризом. С нами играет Светлана Силантьева. Вот этот удивительный инструмент называется кельтская альфа. Самое что ни на есть волшебное волшебство. Я все время рассказываю, что наша музыка, вот эти тонкие проживания мира, гармоничного, светящегося, сказочного. И именно этот инструмент нельзя лучше отображает и раскрывает все настроение, всю суть того, про что мы хотим сказать вам. Все-таки есть Бог. Подумал,
Открой глаза. Сделай выдох. Что изменилось? Дыхание стало ровней. Солнце все то же, но режет глаза все реже. Небо ближе. Звезды стали родней. А рыбы зачем-то выбрались на побережье. Снова закрой глаза. Огонь изнутри. В целостный текст складываются цитаты. Это Вселенная. Хочется сотворить. Солнце зеленое. Рыбы уже крылаты. Мир — это ты, который здесь и сейчас. Твори, не думая, хорошо это или плохо. Жизнь — это путь от открывания глаз через внутренний взор до следующего вдоха. Thank you.
краса раскидала в земле песен благодать. Может, много, может, мало их по свету собирать. Поваля леса вдались, по распахнутым сердцам тропинка веселися. Thank you.
Он пришел в доспехах, весь из себя герой. Впрочем, такой же, каким до него приходили многие. И сказал: «Дракон, золото у тебя горой, а в этом мире есть нищие, сиры и убогие. Мне был свыше знак, голос слышится изнутри, возьми и раздай, прославляя святую веру». Я честно ему ответил: «Если так надо, бери». И добавил уже в полголоса: «Только помни меру». Он шептал в безумии детям, женщинам, старикам, но кровью глаза наливались. Какие дети! Я видел, как золото прикипало к его рукам. Потом отвернулся, каждый сам за себя в ответе. Говорят, я убил его. Огня моего коса разорвала его на 40 частей. Лихо, да? А знаете, как он умер? Он надорвался сам под грудой бриллиантов, почти у самого выхода. А теперь рассказывают: погиб, мол, за благодать, коей хотел поделиться во славу Всевышнего. Идиоты, невозможно больше, чем ты способен отдать. Но еще более невозможно утащить лишнего.
далекое ночное небо, подари мне твой беззвучный голос, я вплету ему свою песню, как вплетается в косу голос. Пусть наполнит песню взор странствий, колокольцев перезвон силой, так лихи твоих теней танцы. За песни эти, за семью ветрами, те, кто сам для песен ветров создан, словно в зеркале огромнейшем кострами, отражать в земле твои звезды. Собак, но при этом почему-то недолюбливают друг друга. У драконов иначе. Мы не можем зажать кулак, но при этом крылья создают очертания круга. Этот круг идеален для замкнутости в пустоту, но она же вселенная, бесконечная в потенциале. Это как если бы ты стоял на мосту не соединяющим, а расширяющим дали. Что-то очень родное, но не понятое до конца, разделяет нас, порождая ночные страхи. Мы едины. В равной степени из яйца вылупляются птицы, змеи. И черепахи.
Мой дракон просыпается ночью. Вернее, днем он тоже не спит, но ведет себя совсем иначе. Он говорит правильные фразы. Тебе идет этот костюм. Ты забыл, что ты культуртрегер. Отформатируй свое сознание. Почему твоя зарплата не в долларах? А вот за полночь. Помнишь, в 2001-м? Вы вместе с другом сидели на бордюре и завтракали бутылкой пива на глазах у шарахающихся ППСников. Что тебе было не так? Каждую ночь я включаю компьютер и валю монстров в какой-нибудь компьютерной игре методично и хладнокровно, просто для того, чтобы не делать этого в жизни. Мой дракон терпеливо ждет.
Старый Махариши касается пальцев своих ног и нажимает на точки, якобы отвечающие за прозрение. Старый Махариши говорит, что в каждом есть Бог, а имя его зависит от точки зрения. Старый Махариши говорит, что не важен сан, важно лишь поступать по совести и по чести. Старый Махариши говорит, что есть много асан, но самое важное – сидеть на своем месте. Продюсер врывается в камеру на передний план. Это теория, а практику увидеть хотите ли? Из джунглей выползает сиренево-сизый туман. Работают бутафоры и очень дорогостоящие осветители. Продюсер неловко шепчет. Ваш номер пустой. Нынешнего человека не очень заботит слово. Поймите нас правильно. Возможно, вы и правда святой. Но рейтинги телеканалов требуют немного иного. Старый Махариши позабыл, что такое апломб. В глазах его отсвет чего-то светлого и большого. Я учился в Оксфорде. Могу показать диплом. Мне не нужно рассказывать. Я знаю, что такое шоу. Всем нам однажды воздастся за бой и за труд. Все мы в конечном итоге странники или гости. Старый Махариши в течение 40 минут выдыхает огонь, переламывает пальцами гвоздь. Съемки окончены. Вы забыли свой гонорар. Джунгли светлеют, Гималаи становятся выше. Мудрец уходит, так и не показав свой дар. И только облако остается на месте старого Махариши.
Политический цикл, финальный штат очередного политического цикла «Медитация из дракона».